Ну и, значит, продолжаем с этого же самого круга, где дракон с всадником на луне. Давайте сейчас покажу, что здесь еще находится на первом этаже. На улице, конечно, сейчас пока выходить не буду, но давайте мы это сделаем, когда дождя не будет. И сейчас, ну, покажу разве что выход. Там есть кассы ближнего следования, ну, то есть пригородные кассы. Здесь сейчас мельком просто светану, чтобы под дождь не выходить. Уж потом поймаю более подходящую погоду и покажу, что там на улице находится. Ну, в общем, до всего доберемся. Но я думаю, если вы сейчас этот ролик смотрите через год после съемки, то все уже давно на каналах. Так, я не помню, загадывал ли я загадку или нет, но давайте загадаю еще раз. Из какой посуды ничего нельзя поесть? Вот, давайте такую загадочку загадаю. Ну и давайте все-таки поднимемся. Хотя давайте лучше в следующем выпуске поднимемся. Правильный ответ. Из какой посуды нельзя ничего поесть? Именно из пустой.